Я рад приветствовать любителей былин и сказаний на канале Дамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня нас ждет множество испытаний в игре под названием ЕГЭ. Ну что ж, дорогие друзья, как вы помните, а те, кто не помнит, так я вам сейчас напомню, что Мария не захотела просто так выходить замуж за царя и дала нам испытания, 3 испытания. Мы должны их выполнить, и тогда, конечно же, ее прекрасная рука коснется корявой руки царя. Так, можно пойти водника, как-то, видимо, его успокоить. Иван должен помочь ему обрести покой, так или иначе. Болото ждет. Ну смотрите-ка, мы болотника уже расстроили. У нас есть возможность пойти еще к Морозко, но нам ко всем надо. Я думаю, что нужно с полуденницей разобраться, потому что, ну сами понимаете, разбитое сердце жаждет любви, жаждет всего. Мы обязаны, просто мы не можем пройти мимо. Погнали сюда. Так, пятница, подходящий день. Он знает, что это лучший день, чтобы разбогатеть. Ну, кстати, насчет богатства. У нас слишком много денег. Мне кажется, мы даже уже и не получаем какой-то там прирост к урону за счет денег. Воскресенье в день отдыха Иван всегда восстанавливается после драк. Это хорошо. Если я права, это должна быть среда. В середине недели Иван может выдержать больше ударов. Я думаю, что, наверное, за ударов мы, может быть, даже пойдем. Иван всегда восстанавливается. Ну, а восстанавливается в каком плане? Я тут не понимаю. Мы что восстанавливаем? ХП восстанавливаем? Али что? Давай, наверное, тогда это возьмем. А что-нибудь восстановим в конце-то концов. Хва! Силен! Хва! Ух ты, ух ты, фрукты, это что у меня сейчас такой сейчас у меня дикий стал притягивающий крюк, а я теперь просто их дамажу, да, получается. Вот это я зря сделал, я думал, что все-таки буду подтягиваться к ним, а походу я сделал себе отвратительный крюк. Теперь я просто наношу им урон. А, это даже не крюк, это я взял способность такую. Блин. Она дамажит нормально, люто дамажит, кстати. Воу! Я прыганул-то как, ай-яй-яюшки, ай-яй-яй. Так, денежки, денежки. Что за изверги здесь водятся? Хоба! Кувырок. И по щеке, и по щеке. Давайте налево пойдем. Так, что у нас здесь? Добришка. Так, я там что-то упустил. Золотая руда была, кстати. Надеюсь, что здесь есть какие-то... Ах ты, псина. Как вы смели? Они теперь взрываются, да, у меня временами. Мне нужно найти здесь хоть какие-то квесты, и я надеюсь, что они здесь есть. С кем-то есть, надеюсь, здесь поговорить. Помимо той же самой полуденницы. Ах ты, пес. Что я там восстанавливать должен? После боя что-то должно восстанавливаться у меня. Восстанавливайте меня после боя максимально. Никто ничего не восстанавливает. Не знаю, что там должно восстанавливаться. 45 хп как было, так и есть. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами... После праздника забыл уже управление. Давайте возьмем хлеб и поедим. У нас 14 хлеба, почему бы и нет? Опа! Хорош! Взрывайтесь! Тут никого. Ни одного врага. Стреляйте. Так, всех разнесли. Давайте, наверное, я постараюсь побегать, поискать. Драки-то смотреть можно, но не шибко интересно. Так, я снова встретил пьянчушку. Интересно будет, что
Мы уже второй раз его, точнее, ты его третий раз встречаем, два раза уже пили. Why? Some fine-aged wine from a fine-aged fella. What do you say? Что ты сказал? Точнее, там должно были перевести что-то. Ну что скажешь? Что ты сказал? Я сказал выпить. Good luck. That's the spirit. Да мы знаем. Жмяк, жмяк. И нас вырубила. Хорошо, хоть не оборовали. И на том спасибо. Вот и полуденница. A young man before me. Tell me, what is yellow in the night and makes the sky... Oh, what's the point anymore? Just be on your way. I won't bother you. What's bothering you? I've been driving men insane for a long time. But none have ever been crazy for me. Not since my true love died. Так, я помогу вам воссоединиться! Видимо, какой-то крик должен был произойти в этот момент. Нужна помощь? Так, я помогу вам воссоединиться. Давай, мне нравится этот крик. А, нет! Ты чё? Нет! Какие ответы дурацкие, просто ужас. Мне придется теперь с ней драться, я не хочу. Блин, ну это просто бред. Такой бред. Я думал, он такой, знаешь, типа, я помогу вам, знаешь, он весь только в энтузиазме. Короче, надо привыкнуть, то, что вот этот вот... Не то, что даже надо привыкнуть, я-то понимал, что вполне возможно, что это будет агрессия. Я лучше помог ей, блин. Может быть, она бы женой бы моей была. А ты-то что здесь делаешь? Что ты тут забыл? А, это же его невеста! You, Polodnitsa, dead? I kill you now. А это вот как раз и был бы жених его. Ее, его говорю. Так, хлебушек. У него много. А ты умрешь. Я слишком сильный. Я уже настолько убер-супер перекачан, что мне кажется, мне вообще плевать. Я и Кощея забороть могу. О, мужик с гусем. Видимо, мы могли найти несколько разных мужчин для нее. Хорош. Так, а дальше-то что-нибудь будет интересное? Или это уже конец? Я предположу, что уже конец, наверное, локации. Мы сейчас вернемся к мужику с гусем. Пообщаемся, только немножко одним глазиком сюда. Типа, что здесь? Одни драки. Ау! Драки за дракой, драка за дракой. Ну, я не против. Драться тут весело. О, опять вы. Father not happy you here. He sent bring you. Get in cage or die. А. Вы что, с ума посходили, ребят? Да я ваших ломаю просто целыми толпами. Так, а вот и выход, да, получается? Ну, значит, все, пойдемте к мужику с гусем. Meet again. Won't you put an end to my horrid days? Then I can find warmth again. What has happened to you? Why are you still roaming the farms? Have you no family that's waiting? Yes, I have. And yes, they do. But not in this world anymore. Are they dead? Dead? No, 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 friend. They're not dead. That's crazy. They're just not alive. Many times I find myself wishing I was not alive. Какой-то подозрительный дядька.
Вы знаете, возможно, он какой-то полубог, что ли. Он и говорит о том, что, типа, они не умерли, но их, типа, в этом мире нет. Как-то так он намекает. Не могу понять, а на что он намекает конкретно. Прошу прощения. I wish there was something I could do. Don't worry. I'll be out of your hair soon enough. Oh, I found these kopecks. You should have them. I won't need them where I'm going. Where are you going? Going? Never mind. А может, он просто дурачок местный? Тут тоже такой вопрос, как бы, тут не ясно. Where are you going? Going? Never mind. Ясно. Ладно, бежим на выход. Так, с полуденницей у нас не очень хорошо срослось. Так, нам дадут прокачаться. Давайте посмотрим, что конкретно. Если мне не везет, то и вам тоже. Вы наносите больше урона, когда вам не везет. Так, что-то враги, ударенные серпом, становятся оглушенными. Ну, это, наверное, неплохо, хотя это мне не сильно надо. Давайте лучше возьмем вот-вот. Невезение постоянно на нас прилипает к нам, просто постоянно. Я вот уже в этот раз себе топор испортил. Ну, не топор, а... Давай, что тут? Так, горячий камень. Давайте слепим себе еще одну, потому что мне молот, в принципе, мне пригодится. А какую-нибудь руду возьмем, ну, пускай вот пятерочка, хотя подожди-ка. Смотрите, в улучшении я нашел. Руна Сварога. Шанс получить благословение Сварога при создании. Я не знаю, на что намекают. Ну, давайте потратим. Я, в принципе, это так и хотел. Я хотел, чтобы мы с вами нашли побольше руды, и я, чтобы мог... Что-то создать подобное. Ну, дальше, походу, ничего, да? Здесь тоже у нас золотой нет. Так, вырезать руну я, значит, уже посмотрел, да? Так, назад. Теперь давайте смастерим. Мод. Какую-нибудь руду. Тут есть золотая, конечно, но золотой мне не сильно хочется. Давайте попробуем бронзовую. Золотая мне нужна. Бронзовая руда создать. Дам. И мне нужно, наверное, может быть, смастерим еще себе и цепок на всякий случай. Время замедляется при прицеливании, а это... так достигают дальше... Вот это нормально, пускай будет. Ну, по крайней мере, хотя бы я буду, если буду пользоваться этими предметами, они будут такими же полезными, как те, которые у меня сейчас уже есть. Так, все. Так как эти проклятия проклятущие, сами понимаете. Погнали дальше. Кто у нас там следующий по списку? В могиле. Да. Так, ему понравится сражаться с водяным. Он отправляется на болото, чтобы попрактиковаться. В смысле? Это что такое? Это что за отдельная миссия? Мне не нужны отдельные подмиссии. Вот к воднику мы идем и все. Зачем нам к водяному идти? Просто посражаться на болотах. Там даже миссии никакой нет. Мария хочет... Так, ну давайте, наверное, сходим к водяному. Почему бы к водяному не сходить? Пойдем к водяному. В какое время пойдем? Вечером можно выдвигаться. Всем известно, что в это время его враги слабее всего. Ну, это значит, это мне даже не страшно. На восходе солнца по утренней росе он может дольше продолжать свой путь. Это я тоже не понимаю, что значит... Он не торопится и выдвигается в полдень. После завтрака его удары сильнее. Так, у меня так все сильно. Давайте возьмем вот это. У меня урона очень много. Я гигантов, таких толстяков, валю просто за два удара. Я очень мега-супер прокачан. Мне кажется, сейчас меня вообще никто не остановит. Я уже про это говорил, да? Мне бы было бы очень приятно, если бы меня не мучило проклятие. Оно меня постоянно мучает. Так. Молиться я никаким там статуям не буду. Воу. Это новые чуваки? Не, мы, по-моему, уже такое что-то видели.
О, хорошо, ой, хорошо. Да порожится, да порожится. Ну ничего, так нас подцепило, конечно, подцепило малость. А вы кто такие? Нет, с этими чуваками я точно встречался. О, крутись, крутись, ты что делаешь-то? Какой-то странный чувачок. Бежал руками, бежит руками, машет. Странный, действительно. Ну и странный же ты, чувачок. Кстати, по ходу врагов можно понять, какое количество врагов на карте осталось по полоске опыта. У меня такое чувство, что здесь ровно на уровень всегда. Фига, с одного удара. Просто птицу вырубили. С одного удара птицу. Так, к шарам к этим лучше близко не подходить. Потому что они как взорвутся и меня задамажат. Бам! Добришка, добришка. Ну, а сундучок. Сейчас, кстати, стали часто давать в награду сундук. По сути, это неплохо. Так, ну давайте я, наверное, пробегусь так же, как и на прошлой локации. Да, я просто побегаю, поищу. Что-то интересное найду и, естественно, вам покажу. Кто у нас тут? Бабуленька с загадкой. Наверняка, очередной. Так, давай. What does man love more than life? Fear more than death or mortal strife? What do the poor have but the rich require? And what contented men desire? What does the hoarder spend, the wasteful save, and all men carry to their grave? И что все забирают с собой в могилу? Удача, ничего, сон. Так, что человек любит больше своей собственной жизни? Чего боится? Больше смерти или смертельной борьбы? Чего боится больше смерти или смертельной борьбы? И что все забирают? Ничего, кстати, это неплохо, наверное, звучит, да? Что есть у бедняка и нужно богачу? Что есть у бедняка? Ну да, ничего. Что тратит запасливый человек? Nothing. Nothing it is. Bless your thoughts, blacksmith. We might meet again. Вообще загадка очень любопытная, да? Вообще загадки здесь клевые. Фольклор как-никак, да? Ответы, то, что уже присутствуют, конечно, не сильно хорошо. Сами прекрасно понимаете. Так, вся карта мной была зачищена. If the situation was dire, I would not allow you to set foot in these swamps after what you've done. But I am desperate. If you will choose to aid me, I have no choice but to accept. Так, давай, ладно, согласимся. What's bothering you, Vodnik? It's this darn priest. He's turned my fellow Vodyanoi against me. He wants to control the water of youth fountain, of all things. Nothing good can come of this. When will I have peace? Так, покойся с миром. Я об этом подумаю, так. А смерть это покой? Блин, ну мне кажется, так мы жестко. Ну давай спросим, может, дурака отыгрываем. I'll give you some final peace. Опять! Ну ладно. Че от дурака ожидать? Только я недавно с этим заметил, что, оказывается, этот чувак, когда прыгает, у него копье застревает в земле. И тогда он уже ничего не может. Так, ну что, а что нам здесь надо-то? Так, мир на болотах. Все-таки мы сделали. Вообще, наверное, надо было попа завалить этого, да? Потому что, ну, наверняка он просит попа завалить, я уверен. А попу норм. My friend, it's such a blessing to see you again. Ты все еще здесь? Говори за себя. I wish I could say the same. I owe so much of my new life to you. Last time we met, I was lost.
but you sent me on the path to righteousness. No, I sent you home. Well, you see, God had other plans for me. I got lost on my way back, going in circles, starving. I ran out of food and water after just 2 days, so I had to resort to drinking out of the swamp. Ooh. That's when God decided to show me the true path. Ты уверен? Ты пил из болота? I think you've lost the last bits of mind you had. You were right. This place, this swamp, is holy ground. The water of youth is not a myth. It's real. And it's everywhere in the swamp. In the plants, animals, and even these magnificent creatures. I like to call them my children now. The Vodnik was just using these wonderful creatures for fishing, so I've started my own quest to save them. Так, выслушать. А, нехорошо это. А, нехорошо это. Не хочу слушать его. That's not meant for humans. My followers will take care of you. И чё, ещё с тобой драться? Да ты серьёзно? Глаз водяного. Мы ещё и его разозлили, капец. Curse it upon you, blacksmith. Проваливай домой. Leave now and never come back. What did you say? Что слышал? Уходи, я тебе говорю. Leave now and never come back. Минус две монетки. Он нас проклял. Вот говно. Водяной, выходи, дурака прости. Мы уладили дела. Монетку потерял одну. Ну да ладно, богатства слишком много. Иван made lots of choices in his quest. Так, давай выберем. What will he learn after he's had some rest? Так, что у нас есть? 15% от купеческой цены. Это получается, мы с вами можем за выгодные цены покупать что-то. Ну что-то такое себе. Так, при использовании серпа все враги тянутся к вам. Угу, а так они не тянутся. Ну, мы, наверное, притягиваем, это, наверное, имеют в виду, что мы притягиваем их, как воронка. Так, выносливость восстанавливается при использовании магических предметов. Ну, можно, давай, ладно, возьмем это. Давно не берем, отказываемся все время. Надеюсь, что поможет. Так, смотри-ка, деньги валяются. Значит, проклятие еще не прошло? Проклятие, походу, и не пройдет, пока нас тетка за одно место не ухватит. Птица, принеси мне что-нибудь. Порадуй душеньку. Ну, что-нибудь за 10 костей. А мы пока, наверное, прокачаем что-нибудь здесь, потому что, по-моему, золотые руды мы собрали как раз-таки. Нужное количество. Так, нет, не сюда. Вот, пожалуйста. Руна Чернобога. Шанс получить гнев Чернобога при создании. Я не знаю, что-то... Что бы это ни значило, гнев Чернобога. Забери золотую руду. Пока я все монеты не растерял. В конце концов. Так, это значит, получается, у нас все, да? Улучшения мы все взяли. Это осталось. Какая там руда нас беспокоит? Тоже, кстати, по-моему, золотая руда, если ничего. Действительно хороший шанс спасти улучшение. Да, наверное, это золотая руда. А что ж тогда я такое? А это другая совсем. Мы руны вырезали, да? Ну ладно. Надо было все-таки аварийное обновление брать. Ну да ладно, все равно этим всем я не пользуюсь. Как таковым, наверное, не пользуюсь, да? Погнали. The Vodnik is now at peace. Да. Все теперь успокоились. Так. Он напуган и нуждается в магической помощи. Нет, это мне не интересно. Пойдем мы Морозко выручать. Из беды. Что-то как-то мы всех так выручаем, что они все избиты. В конце концов, по-моему, не сильно хорошая помощь от нас. Так, он понял, в понедельник отдохнувший Иван, более быстрый Иван. Иван всегда восстанавливается после драк. Что-то я вот эту тему вообще не понял. Что мы там конкретно себе восстанавливали, непонятно.
Пятница, подходящий день. Он знает, что это лучший день, чтобы разбогатеть. Деньги мы там теряем по полной программе. Уже хватит думать. Более быстрый. Пускай я буду более... А там денег натерял столько, что капец, я уже точно не разбогатею. Никогда в жизни. Так, ну погнали. I can barely feel my face. Так, опять это тут бог. Не знаю, кто бы он ни был. Подношения никакие я заносить не хочу. Воу-воу-воу, взорвалось-то как сильно. Боюсь сражаться. Уходи. А теперь можно побить. Монетки. Так, ну давайте и здесь искать что-нибудь интересненькое. Нашел местечко. Давайте заценим. Leave me alone, beasts. I'm freezing in here. You can come out now. Your foes have been dealt with. Это не тот же самый? А, нет, это другой. Thank you for getting rid of those wretched demon beasts. Его здесь волки загнали. Так, ты очень кстати. Он вас может, наверное, благословить, да? Едва успел. One moment too late, and they could have drunk you up. Bless you, son. May you have bread when in need. О, и сразу проклятие пошло. Ты только-только избавился от одного, окей. Вот мы с вами и нашли Морозко. С Морозко, кстати, мы не сражались. You are back, blacksmith. Are you not tired of these mountains? Ну, есть Tell немножко. Me, what's on your mind? Я зажгу твое сердце. Без денег тяжело, мир несправедлив. Не хмурься. You know what would make you better? Try smiling. Be happy. Don't frown so much. I cannot be happy with you humans here. All you do is make fires and noise. Look at that maiden nearby. She's been roaming my peaks for weeks, searching everywhere, yelling some name, digging through snow. And then she found something, some dead creature, and kept trying to dig for treasures. Until she was attacked by some stuhaks. I can't imagine how she's still alive. And now she just stays near that damned fire, and I can't drive her away. That fire has been going for days, and I'm sure that if it were to die out, the maiden would be cold and leave this place. Так, огонь погас. Доволен? Я поговорю с ней. А огонь, ну, я поговорю с ним. I'll talk to her. Make her go away. Так. Где там у нас костры да огни? А вот и она, да, прелестница. Может быть, жена наша? Жена? Ты жена наша, нет? Будущее. Жена, похоже, жена. Traveler, won't you help me? I wish to leave here and bury my brother. Так, бедняжка. Это он? Is your brother in that sack on the sled? He came here alone, in search of the golden anvil. I warned him about dangers here, but he wouldn't listen. After weeks of searching, I finally found him, but by that time his body was already frozen. I wish to bring him home. He deserves a proper burial, not this frozen tomb. But the creatures in these mountains killed my horse. Так, чем я могу помочь? Давайте будем такими благородными, типа, что ты можешь предложить? Слышишь, она копала. Не наковальню ли накопала? Тут там кишочки вот лежат как-то возле палаточки-то. Что-то как-то подозрительно, вам не кажется? Мне кажется, тут же от человека-то ничего не осталось, его звери пожрали. Может быть, она наковальню нашла? Так, мама, давай, чем могу помочь? What can I do to help you? It's so cold. I'd like to leave and find a horse. Yet every time I leave the fire,
Morozko, the Ice King, comes near. I fear what he would do if I left. I've heard terrible stories about other women frozen to death by him. The fire seems to be keeping him at bay. Морозко? Насчет костра. That fire seems to be running out. Let me add some wood to it. If you wish. Just make sure you don't put any wet logs on it. Положить мокрые поленья. Положить сухие поленья. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ну давайте, ладно, раз уж мы... есть шанс. Может быть. The fire should keep the cold at bay. I don't really mind the cold. I've always loved it. Ever since I was little. But I do wish I could leave this place. Can you please convince Morozko to leave me alone? А так ты любишь холод? Я обращусь к Морозко. Так. If you like cold, why don't you stay here? What's waiting for you back home? Nothing and nobody. But I wish to bury my brother, and the ground's правда, too frozen да. here. Please talk to Morozko for me. Ладно. Попрошу Морозко за тебя. Так, вот тут прям вот это вот кишочечки и топорики, и вот это вот все как-то прям подозрительно. Морозко! Хорошо, просить за нее. Так, а ну-ка, а здесь что? Здесь уже выход, да, понял. А здесь что-то есть? Я думал, может быть, знаете, какие-то улики. Ну ладно, игра не такая, чтобы нам тут улики находить. Так, нет еще. Так что, мне типа с ним драться надо? Did you talk to her? Is the... У нас выбор, да? Мы типа можем драться. Work... Так, ну-ка, а если я еще раз к ней подойду пообщаться? Что-то как-то Морозко не хочет за тебя разговаривать, дорогая моя. Have you spoken to Morozko yet? Пока нет. Погасить огонь пока нет. I haven't talked to him yet. I'll... Ладно, пошли Морозко бить. С Морозко мы еще не дрались. Почему бы и нет? Морозко. Did you talk to Я прошу погасить твое сердце, или что там в этом духе? Я зажгу твое сердце. I need to warm up your heart. Fire is the simplest... You wish to fight me? So be it. Морозко, ты умрешь. Ты зря так делаешь. Я ж тебе говорю. Ты зря стоишь и дуешь, когда я стою сбоку. Дорогая, Морозко тебя не тронет. И никого больше не тронет. Давай и его тело отволокем. Have you spoken to Morozko yet? А, ну да, у нас был разговор. Да, у нас был разговор. I got rid of him. You're free to leave. Thank you, stranger. Это все? Серьезно? Thank you, Stray. Фига. А тут Морозко завалил, между прочим, мокруха. По многим понятиям. Мокруха в принципе и мокруха руки мокрые после Морозки. Ладно. Погнали к Марии. Иван made lots of choices in his quest. What will he learn after he's had some... Узнаем, что Мария там скажет. Так, предметы бум-бум-бум. Вы двигаетесь быстрее рядом с нечистыми существами. Вот тут, кстати, возможно, он скоро нас наверняка даже отправят к еще и бессмертным, а он явно нечистый. Так, предметы брошенные, медвежья лапа, и так это мне не интересно, с лапой я вообще не хожу. С каждым днем все больше испытаний. Каждый день вы получаете одно плюс бонус на... один плюс бонус к очкам, тело, разум или судьба. До отхода ко сну. По-моему, я это уже брал, разве нет? Давайте вот это возьмем. Птица. Давай, вилочка. Возьмем. Так, ну погнали. Морозко's heart is now warm. Не смешно. К
Кто-то должен обеспечить безопасность в морозных вершинах. Иван отправляется. Не, ну это нам не интересно. Я вообще, я думаю, что это просто побочные для того, чтобы покачаться и собрать золото. Больше ничего. Ну и найти, может быть, найти дополнительные задания, которые могут попасться. Но я побегал по трем большим картам, они реально были большими. И во всех этих трех картах нам встречались только люди в основном. Ну, только один раз мы, получается, батюшку этого спасли, и то нам благословение дал. То есть это такие второстепенные персонажи, которые никакого-то квеста не дают, а просто могут дать благословение или напоить спиртом или что-то в этом духе. Так что смысла нет по ним ходить вообще, я не вижу. Ну что, я выполнил твое задание. You need some rest, Ivan? Surely you didn't come with the Tsar's request again. I have done all that you asked. Tell me, blacksmith, what did you do for each of the things I asked? Politnitsa's dead. She's now reunited with her ancient love that was long departed. Vodnik has his peace, resting through the day. I drove away the priest. He is far away. As sunlight melts ice in the summer heat, Morozko's heart melted right beneath my feet. Though your methods may not be to my taste, you did what I asked. I am impressed you managed to return in one piece. I see you are resilient and would do anything to reach your goals. However, I will not yet accept. My people have been in great pain and need some hope. While our battle in these woods endures, I need something to raise their spirits. If your Tsar cares about our people, he will present them with a gift. A gift for them, not for myself. Так, армия. Что пожелаешь, богатство, царь? A tsar for them to love. A love of a ruler does not bring them joy when there's sadness in their homes. They will need something that they can touch each day. I will tell you what to bring, though I will not make it easy for you. Even though you're a blacksmith and this task suits you. Так, I давай. Will need three cauldrons made at the Golden Anvil. One made of iron that will draw out all strength from whatever is boiled in it. One made of copper that will draw out all freshness from whatever is stewed inside. One made of gold that will preserve all good luck and fate in things set inside. Mm-hmm. Золотая. Смотри-ка, это как вот было, по-моему, в какой-то в одной из сказок. По-моему, кстати, про... Так, это про кого, по-моему? То ли про конька-горбунька. Я уже, к сожалению, не вспомню, да? Где надо было искупаться вначале в студеной воде, там... в кипятке и еще где-то. То есть пройти все три вот этих вот окунания, и тогда ты получишь великую силу. Давайте спросим про золотую наковальню, где же ее искать? Golden Anvil is a place of legend in our people's stories. It is said to lie in the frozen peaks, and great magic can be forged there. Так, три котла. The cauldrons will allow us to cook food that brings much hope to all. One made of iron that will draw out all strength. Это возможно нам, кстати, и руда нужна определённая. One made of copper that will draw out all freshness from whatever is stewed inside. Так, это можно. One made of gold. Ладно, понял. Я вернусь. I will return soon with these gifts. Go, Ivan. Return with the cauldrons, and we will talk more. Так, нам осталось, получается, два, да? Это конкретно угодить. К царю нашему, да, привести к ему жену-красавицу. Ну и, естественно, тоже Марию надо порадовать. Ну что ж, дорогие друзья, давайте остановимся. Посмотрели немножко совсем. Я думаю, что очень много всего будет вырезано, и вы увидите совсем-совсем крохи. Но в любом случае, по крайней мере, продвижение сюжета мы наблюдаем. Схожу я в следующий раз за этими котлами. Кстати, она любит цифру 3, я смотрю, да, она нам все время 3 задания дала, потом 3 котла, потом еще что-нибудь по 3. Потри ко мне спину, вот, дорогая, что я тебе могу сказать. Увидим все продолжение, естественно, в следующей серии. Возможно, следующая будет последней, финальной. А может быть и нет. Но это мы, естественно, узнаем в следующий раз. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую люблю. Увидимся в новых приключениях, дорогие друзья. Всем пока.